Муваю видеоредактор. Пытаюсь зарендерить проект, который я сохранил. Вот он, бодро его начинает рендерить. И в какой-то момент он тупо зависает и не идет дальше. Дошел до 37%, и все, таймер тикает. Здесь ничего не меняется. И вот так он висит бесконечно. И приходится просто сначала там делать отмену. Нажимаешь отмену, вот он такое солнышко малюет. И нужно завершать принудительно. Такая вот петрушка. Скорее всего, вам просто не хватает оперативной памяти. Что можно сделать? Разбить проект на две части. Допустим, если у вас проект 30 минут, разбивайте по 15 минут. Потом эти две части соединяйте в одну. То есть сначала сделайте первую часть, отрендерили, записали, потом вторую, и потом их просто соединили. Первый вариант. Второй вариант, можно попробовать поменять формат, если у вас, допустим, разные файлы замиксованы в одном формате, там MP4, во втором MOV, то есть вы скинули из iPhone на компьютер и потом пытаетесь рендерить, он тоже может не срабатывать. То есть тоже можно разбить на несколько частей, записать формат MP4 одним куском и MOV другим куском. Потом это все совместно соединить, эти два проекта в один. Так тоже, в принципе, решается эта проблема. Но изначально вот работает случай, когда вы разбиваете проект на две части и потом эти две части соединяете. Попробуйте. Как видите, все нормально сохраняется. Теперь осталось только скомпоновать это все вместе. Прекрасно, 100%. Теперь можно загружать ролик на YouTube.